Итак, всем привет, друзья, подписчики, гости моего канала. Давненько у меня не входило новых видео, и сегодня у меня пришла моя посылочка с Алиэкспресса. Это тату-машинка. Вот, сейчас мы ее откроем, посмотрим целостность. Также мы ее проверим, чтобы у нас все работало, все было замечательно. Вот какая толстая упаковка у нас. Даже ножницы ее не берут. А мы вот так вот. О! И сразу, кстати, видим подарочек. Это у нас колпачки. Кстати, вот эти синенькие колпачки прикольные. Они не будут опрокидываться, потому что у них вот как раз нижняя часть позволяет лучше держаться, чем у тех же прозрачных. Вот мы вот так вот ставим, и у нас все замечательно, никуда не переворачивается. Вообще отлично. Блин, ну спасибо продавцу за подарок, очень круто. Ну такие беленькие мне на самом деле, в смысле прозрачные, не очень нравятся на самом деле. Потому что, ну, собственно, вот так вот просто взял, задел, хоп. Ну, все это понятно, что это все стоит на вазелине, вот поэтому... Даже прозрачные с трудом можно опрокинуть. Вот, но, блин, очень круто. Спасибо продавцу. Огромное спасибо за подарочек. Ну, а сейчас самое главное, вот у нас машиночка. Я на самом деле не знаю, можно ли назвать эту машинку репликой, либо прям клоном. Но похожа она на Dragonfly машинки. Я думаю, многим известные. Вот так они запаковали у нас. Прям очень добро, не пожалели. Такая многослойная оберточка, чтобы у нас в дороге ничего не поломалось. О, да, полопать. Так, вот у нас наша машинка. Вот она, черненькая. Ну, я на самом деле не помню уже. Вроде как в одном цвете только был данный товар. Так, ну, так, ну чё, где фокус? Вот мы можем видеть то, что в принципе, довольно-таки все достойненько. Тут мы видим. Даже осталась смазка свежая. Так, ну, на самом деле, придраться не к чему. Только если к фокусу. Вот, насчет стоимости этой машинки, стоит она очень дешево, очень дешево, запредельно. Вот, кстати, у нас еще ключики есть. Так, сейчас мы ее проверим. Так, ну вот я подготовил блок питания для проверочки машиночки. Вот, сейчас мы проверим. Работает ли она? Не работает она. Сейчас мы это узнаем. Так. Крепление тут такое довольно-таки хорошее.
Да, все работает, все отлично. Это у нас сейчас получается наработал на 6 вольтах. Вот. Сейчас мы поменьше поставим. Так, ну, наглядно я, наверное, не покажу. Тут не видно, наверное, будет регулировку. Вот мы подняли, получается, до где-то 7-8 вольт. Так что все работает, все отлично. Я хочу эту машинку использовать как и контурную, так и закрасочную. Ну, то есть, надо будет ее тестить. Вот, сколько она сможет проработать. Как быстро она будет нагреваться в ходе работы. Вот, все это мне жутко интересно. Так что все это будет тестироваться. Ну, производитель заверяет, что по регулировке мощности получается от 0 до 14 вольт. Ну, 14, конечно, дофига, если честно. Вот, то есть, ну, слишком много. Я думаю, тут девятки будут за глаза, просто за глаза, реально. Вот, так что все у нас работает. Тут есть небольшой вот заусенец. В принципе, очень годно за свою цену. Ценник, причем вообще смешной. Вот, мне будет жутко интересно, сколько машинка такая проработает вообще по длительности. Когда она, так сказать, умрет. Вот, так что посылкой я доволен. Вот, ссылочку оставлю, разумеется, на эту машинку, где ее можно купить на Алиэкспрессе. Вот, за подарок спасибо, за машинку рабочую спасибо, за вот эти вот все причиндалы по настройке. Вот, так что все отлично, меня все это радует. Так что, кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Если у кого-то есть какие-то вопросы. Всем спасибо за просмотр.